Итак, друзья, почему BlueStacks, эмулятор Андроида на вашем, значит, ПК, значит, видит только одно ядро, задействует только одно ядро вашего процессора. Как это решить? Надо включить SVM модуль, значит, на вашем ПК. По-моему, он отвечает за многозадачность или многопоточность где-то там. Ну ладно, это не суть, как важно. Друзья, что сделать? Заходим в оверклокинг, вот здесь вот у меня, кстати, MSX1470 Gaming Pro, Wi-Fi BIOS, но в целом покажу на примере его. Значит, захожу в оверклокинг, значит, далее, кстати, самое смешное, друзья, посмотрел старую версию 2 лет назад, там был у меня раздел CPU Futures, теперь такого раздела нет, теперь надо выбрать Advanced CPU Configuration. Вот так вот все меняется, после чего, друзья, выбираем, вот он, этот SVM модуль, вот, выбираю его, и по умолчанию, самое удивительное, друзья, по умолчанию, если вы сбрасываете настройки в BIOS'е, он выключен, disable, видите, поэтому мы его enable, и после чего можем выйти вот так наверху, в этот раздел, и Save Changes and Reboot выбрать, и, соответственно, Save Configuration Reset, yes. И радоваться жизни, у вас будет теперь все в приложении, будут задействовать все ядра процессора. Всем пока!